Участники студенческих трудовых отрядов «Чувашия» готовы к лету. Каждый год бойцы Чувашского регионального объединения «Российские студенческие отряды» разъезжаются по всей России. 25 отрядов, более 500 бойцов вот-вот приступят к работе. Вожатые, строители, работники сельского хозяйства, сервисного обслуживания, проводники поездов российских железных дорог. Кем только не трудятся чувашские студенты. Часть из них остается работать в Чувашии. Многие не первый год выезжают за пределы республики. Наградить самых лучших студентов почетным знаком за активную работу на ежегодное открытие трудового сезона приехал руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» из Москвы Михаил Киселев. Трудиться – это классно. И пускай в этом году лозунгом еще дополнительным нашего трудового семестра будет такой: труд крут. Каждый год трудовые отряды принимают участие в реализации масштабных проектов. Команда строителей ЧГУ «Проспект 15» получила путевку на всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный» в Амурской области. Наш отряд «Проспект 15» уже не в первый раз участвует на всероссийской стройке. До этого они участвовали в строительстве объектов «Универсиады 2013» и зарекомендовали себя как хороший, ответственный и высокопроизводительный отряд. Быть среди лучших 45 отрядов, которые удостоены этой чести. Это действительно очень классно. Студенты Волжского филиала МАДИ в этом году создали отряд «21 регион». Ребята примут участие в строительстве федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург. Для нас это прежде всего большой опыт. Это практика для студента, для студента-дорожника. Ожидания от работы летом очень большие. Мы надеемся, что в следующем году нас станет намного больше. Сейчас в нашем составе 24 человека. Хотим на следующий год поднять планку до 50 человек. Также среди отрядов особо выделяются педагогические. Большое количество вожатых ежегодно выезжают в летние лагеря Краснодарского края. Все привозят с собой море впечатлений и новых знакомств. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.